Всем привет, вы на канале Юный Папа. У нас сегодня на обзоре на распаковочке самолет бесколлекторный от компании XK Innovation, XK-A600 моделька, бесколлекторный мотор. Длина модели 543 мм, 54 сантиметра, ширина, размах крыла 58 сантиметров. Аккумулятор 7,4 вольта, 300 мА, литий-полимерный, используется вес 90 грамм. Посмотрим, что у нас идет в комплекте. Открываем коробку. Комплектация полная, готовность для запуска. Максимум, что вам понадобится, это батарейки в пульт управления. Они в комплект не входят. 4 штучки пальчиковые, обычные 2А. Используйте хорошие, хватит надолго, на несколько месяцев пульт управления при обычном запуске по выходным. Вот мы извлекли самолет из коробки, XK-A600 моделька. В комплекте верхнее крыло, его надо будет установить. Зарядное устройство с блоком для зарядки литий-полимерного аккумулятора. Сейчас покажем чуть попозже, как пользоваться. Индикатор зарядки, индикатор питания. Дальше в комплекте у нас шасси, тяги, колеса и запасной винт, пропеллер, отверточка, болтик, пульт управления. Сзади крышечка, открываем, нужно будет 4 пальчиковые батарейки 2А поставить, комплект не входит, подлетаются отдельно, поставьте хорошие, обычные 1,5-вольтовые, хватит на несколько месяцев. Так, пульт управления и сам самолет. Так, да, блок питания, пакетик. Сам самолетик. Вот самолет. Где у нас аккумулятор? Так, сборка предварительная нужна будет, небольшая. Здесь надо будет подключить крыло. Здесь в комплекте идет, оно вот так ставится, закручивается на болтик, с которым в комплекте. Сюда вот болтик закручивается. И надо будет подключить проводки вот в эти разъемы. Вот видны, они тут есть в пакетике. Давайте покажем. Вот эти разъемчики на крыле. Для того, чтобы у нас крыло работало, нужно будет подключить к плате. Вот. И дальше потом закрываем крышечкой вот так. И здесь болтик, который шел в комплекте, надо будет закрутить. Так, сейчас мы найдем аккумулятор и попробуем. О, секрет открыт. Аккумулятор снизу, крышечка открывается. Вот аккумулятор. Влезает достаточно плотненько, поэтому аккуратнее. Не выламывая, поворачиваем, вытаскиваем. Вот 7,4 на 300 мА. Заряжаться данным устройством, зарядным устройством будет 20 минут. Очень быстро, поэтому не оставляйте надолго. Как работает зарядное устройство? Давайте посмотрим. Берем розетку, подключаем зарядное устройство. У нас загорелась лампочка Power питания. Зеленым горит. Зарядка красным не горит. Подключаем белый балансировочный разъем вот этот к зарядному устройству. Загорается кнопка красная Charger. Заряд пошел, 20 минут зарядится. Не оставляйте на всю ночь, потому что как только зарядился, он будет греться и может выйти из строя. После перегрева будет разрушение литий-полимера идти. Все, зарядили 20 минут, можно отключать. Отключили аккумулятор. Лампочка погасла. Включили зарядное устройство. Когда полетали, необходимо аккумулятор из вертолета, из самолета отключать. Через молекс белый разъем
соединяем аккумулятор, потом ставим пульт управления батарейки. Давайте сразу поставим, чтобы потом не отвлекаться. 4 пальчиковых. Для этого случая SGP. Соблюдая полярность, тут все, подсказки есть, все просто. Крышку закрыли. Кнопка газа внизу находится при включении. Аккумулятор подключили. Ну, сейчас сильно собирать шасси не будем. Но задача показать комплектацию и рассказать уже на полетных видео. Следующих, последующих покажем, что и как. Как запускать данный самолет. Так. Подключили, включили пульт управления. Ручка газа, все начинает работать. Так, выключу пока самолет, пульт управления, потом включу отдельно пульт, покажу, какие кнопочки, что, за что отвечают. Так, самолет пока что отложим. Пульт управления. При включении и движении любым стиком включается подсветка. Потом 5 секунд она потухнет с выключенной подсветкой. Попроще будет. Здесь идут триммеры настройки сервоприводов. Если самолет при полете ведет себя не так, как хотелось бы, чуть-чуть кренит, то вот этими рычагами 1, 2, 3, 4 по соответствующим осям можно регулировать. Его. Вот сейчас они в нейтральном положении стоят. Это определяется звуковым сигналом, отличным от других положений. Вот сейчас переключаем. Когда на нейтраль попадает, вот такой сигнал идет. Значит, нейтральное положение. Ну, нейтральное положение не всегда подходит для каждой модели. Если чуть кренит, можно немножко сместить в ту или иную сторону, чтобы отрегулировать ровное положение. Сейчас все выставлено на нейтрале. Дальше тут заряд батареек в пульте управления идет. Вот видно, что у нас батарейки уже не новые. 3 деления из 4. Вот здесь вот. Мод 2 включен. И мощность при движении рычагов показывает, какая мощность. Плохо видно с подсветкой, но зрительно очень хорошо видно. В процентах показывает силу от 100% до 0. И газ, и остальные все движения. И еще удобно, что показывает, прям подсвечивает тот сервопривод, который задействован в данном случае. То есть, если вы нажимаете просто налево, на крыле включается сервопривод и будет двигаться. Если направо, направо, если вниз и направо, то и задние хвостовые сервоприводы тоже подключаются, это закрашивается, соответственно, узел. Вот. И пропеллер тоже начинает мигать, когда... То есть вы будете видеть, как модель себя и здесь схематично ведет, и также будет реагировать в воздухе. В принципе, по распаковке все. Если что-то забыли рассказать по распаковке, спрашивайте, задавайте вопросы в комментариях. Следующее видео уже будет полетное на улице. Всем спасибо за внимание, всем пока.